Итак, сегодня, ну, уже 11 мая, первый день штурма прошел. Ребята проявили волю и сдались лично в плен, и все живы. Скажите, с вас били в плену? Нет. Нет. Вам угрожали? Нет. Нет. Плохо с вами обращались? Нет. Что вы пожелаете всем тем украинцам, которые воюют против армии Российской Федерации? Прийти, даться. Остаться жив. Остаться живыми. Единственный правильный шанс, который... Единственный шанс в жизни у них был остаться в живых, это сдаться в плен. Эти ребята сдались и остались живы. Когда все кончится, они обязательно попадут домой к своим родным. Поэтому сдавайтесь.